на нашем канале Чудики. Чико! Чико-чико! Кто узнает, из какого это нашего влога, тому мы поставим лайк. Пишите в комментариях. Да. И не забудьте поставить на колокольчик и на лайк нажать. Обязательно. Да. Сегодня у нас мороженое челлендж. Мы купили много разных корейских мороженок, и сегодня будем их тестить и пробовать, вкусные они или нет. Особенно в такую жару хочется только мороженое есть, да, забивать их всякими смузи. Да, и пить водичку. Если жарко очень сильно, то можно пить водички. С лимоном. Можно без. Да, без всего водички. И с огуречиком, дядя. С огуречиком водичка? Ну, что-то очень полезно. На лицо огуречек раньше клали. Так, масочка огуречек, такая, огуречная масочка. Кто любит? На глазки, на носик, на щечки, везде огуречки себе поставила и пошла красивая дальше по жаре. А я хочу вас спросить. Что? Спрашивайте. Вот, если у вас нет витамин D, то вы смотрите на солнышко, закрывайте глаза, и вы получите витамин D. Это совет от Димы на сегодняшний день. От солнышки. Мы как на радио прямо. О, первая мороженка — это кукуруза. Дайте посмотреть, дайте показать. Вот, вот. Да, вот такая мороженка. Кукурузная. На вид она прямо кукуруза. Может, это замороженная кукуруза? А не мороженое, давайте смотрим, что здесь написано. Сладкая кукуруза. Дима, подожди, у меня тут все сбивается. Может, это попкорн? Это реально сладкая кукуруза. Соджу, десерт замороженный. Это замороженная кукуруза? Или это замороженный десерт? Дай, дай, дай. Давайте открываем и проверяем. Я чувствую, там вот эти штучки от кукурузы. Что, реально кукурузу мы купили? Да. Не знаю. Сейчас Дима определит все. Давайте, давай. Диана, что говорит, там кукурузинки такие, да? Нет, мне кажется, там мороженое из кукурузы. Ну-ка, Дима, а ты что думаешь? А Дима ничего не думает. Мы просто действуем. А тут там просто такая мороженая, я не обманываю, что это кукуруза какая-то. Может, и обманывают, может, и обманывают. А может, эта штука в форме кукурузы? Кругом не пойми что, поэтому давайте да, проверим. Давай, да, дайте. Никто не знает что-то. Никто не знает, но мы сейчас это узнаем обязательно. Да, что это такое? На счет что раз, такое посмотрим. Два, да. Так, три. Никто не знает. Опа. Так, смотрим. Я угадала. Их там аккуратно не сломай. Ведь я знаю ваши способности. О. Опа. Там внутри кукурузинки. Где? Показывай. Вот сбоку, видишь? Не видим, подожди. Оранжевые, коричневые. Вот это. Подожди, подожди, Дим, подожди. Фокус. Мы ловим фокус. Понял, да? Фокусы, вот они. Вот это, ты думаешь, кукурузинки? Возможно. Мне кажется, это желейки какие-то. Вот что это там внутри, ребята? Вот это что? Пробуем, Дима, первый. Прям. Чё, нет? Что? Дим, чё, невкусно? Какой вкус? Со вкусом попкорна? Да. Со вкусом попкорна? В смысле? Дим, какой вкус? Чем? Не сладкое, что ли? Да. Сладкое. Вкус вот этих вот... вот эти, знаете, кукурузные палочки такие? Но. Кузя. Но, да, кузя, но размоченные в воде. Фу. Действительно, это так? А что вот это вот? А давайте разрежем и посмотрим, что это такое. Давайте. Или ты будешь есть все? Нет. Нет. Что это такое оранжевое? Вот. О, смотрите, какая тут штучка. И что это такое? Кто-то должен это попробовать. Смотрите, ребята, что мы с Дианой обнаружили. Это кукурузинка. Натуральная кукуруза. В мороженом из кукурузы. Сухая, сухофрукт, кукурузный сухофрукт. Бывает такое? Сухофрукт, да, кукурузный. Все, что может быть, может быть. Все, что может быть, то может быть. В общем... Очень, правда, как будто ешь кукурузу. Немножко сладкую. Ой, смотри, сколько ее там много. Да. В общем, да. Есть из вас любители, нет? Нет. Нет. Все. Мама. Нет. Ну что? Нет. Отдадим. Растопим. Заморозим. Папе. Итак, следующий лот. И, кстати, на то я мороженки кукурузные посмотрела. Она действительно была сделана в Республике Корея. И здесь тоже это Корея. Итак, принимайте. Принимаем. Это мятно-шоколадное мороженое. Угу. Ну вот слово мятное меня смущает. Шоколадное это вам за понравится? За понравится? За понравится вам шоколадное? Вот Дима любит. Расскажи, Дима, какое ты мороженое любишь?
люблю шоколадное. Мику люблю и шоколадное. Шоколадное. Оно ядрено пахнет. Ну, не ядрено, но пахнет мятой прямо. Мятой жвачкой. Активненько, да? Активненько. Активненько. Аромат идет. Кастома. Ой, смотри, как она под цвет опять твоей рубашки подходит. Да. Не, вот ты первый пробуешь. Да. Так, какие-то вкрапления шоколада. Ну что? Эксперт. Экспертное мнение, пожалуйста, вынесите нам, Дмитрий. Нравится? Нравится? Дай мне тоже попробовать. Он показал лайк. Ничего да. себе. Дай. Потеряют. Так. Ну что? Подожди. Татьяна не поняла. Не поняла X3. Дима веселится в ожидании. Ну, это правда мята? Ну. Мята вкус. Ну. Ну, как-то мне не заходит. Значит, это переходит Диме. Дим, тебе действительно понравилось? Ну, судя по цвету, он действительно мятный. Давайте теперь мне. Давай, Майя, попробуй. Нет? Нет. Не нравится. Так. Ну, смотрите, он мятный, он красивый цвет необычный. Внутри шоколад, видимо, какой-то темный. Гриса. Ну, пробую, да, я? Угу. Не знаю, Дима, как ты лайк показал первый раз, но кукурузная тысячу раз вкуснее, чем вот это прям, ну вот кто любит прям мяту. Прям для тех, кто... Прямо вот... Ну, слушайте, это очень интересно. Дима пока разговаривает сам с кем-то, сам с собой, мы скажем, что очень активные ароматизаторы, наверное. Что кукуруза, что здесь. Диана еще один шанс, говорит, дай дам шанс. Вдруг проявится какая-то вкусненька. Нет? Нет. Это очень необычно, очень интересно. Это для любителя, но я не любитель. Но ты не любитель. Но ты говорила, что ты хочешь попробовать мятное. Я хотела пробовать мятное мороженое, но, видимо, это немного не то, что я себе представляла. Наверное. А кто-то из блогеров, по-моему, известных любит мятное мороженое, нет? Да. Да. Напомнить кто? Ой, муха. Музенька. У нас новая... Дим, расскажи про нового питомца. Здесь такое смешное слово. Муся, это такая муха по насам улетает дома. По нашему летает у нас домой, залетела муха. Мы назвали ее Музя, потому что раньше, когда я жила на старой квартире, я была маленькая очень, к нам залетела муха, я говорю, папа, не убивай ее! Мы с мамой дали ей кличку Музя, и потом мы переехали. Нет, она у нас целый год жила на балконе. Она у нас целый год жила на балконе. Ну, Диана так думала, что она там жила, я поддерживала ее, что она и зимой, и ночью. Диана даже в маленькой тарелочке игрушечной ей носила покушать. Да. И попить ставила в крышечке. Да. Вот такой питомец у нас был. А поэтому сейчас... у тебя был питомец. Музя вернулась. К нам вернулась Музя, и мы тоже будем ее подкармливать. Да, мороженое. Надо ей морожку покушать. Точно, морожка мятная. Сейчас попробуем. Ей понравится. Угу. Но не так уж и плохо. Ой, смотри, как вот так вот тебе можно сделать. Аватарку. Аватарку, как будто ты вот так сидишь, кушаешь, все под цвет, и Дима грустит и завистливо смотрит на мороженое. В общем, таким образом мы переходим к следующему десерту. Написано, что это frozen десерт сэндвич, strawberry. Какая-то, это же корейская какая-то классическая вкусняшка. Да, это десерт. Да, это такой десерт. Сэндвич рыбка клубничный, десерт замороженный, опять корея. Ну что, открываем? Да, давай. Что-то он большой какой-то. Ничего, съедим. Дим, он должен тебе понравиться. Смотри, какая рыбка. О! Лайк за внешность. Она действительно как на картинке. Уже десяточка. Да, смотри, один в один. Ну-ка. Один в один. Один в один? Один в один. А только не есть сделать улыбку, как на пробу. Вот Диана почувствовала, что что-то вкусненькое. Я, говорит, первая буду пробовать. Надо здесь шелочь. На Диме, значит, эксперименты там ставила. Нет. Давай. Ну. Дай. Клубничная начинка. Ну, нужно, наверное, до нее дойти.
Вкусно. Поплывает. Маленькая рыбка. Золотая рыбка. Рыбка. Вот это вот типа... Золотая. Что это? Что? Типа рожок? Это типа рожок, а внутри пломбир. Дай, Дима, я до клуб. Это моя рыбка. Моя. Так, где клубника? Давай разрежем, может быть? Давай вот. Разрежем. Ну-ка. А давай посидим. Давай разрежем. Надо проверить разрез. Режем. Чего? Вот клубничная, вот! Это хлебный мякиш. Она мерзко скрипит. Да. О, разрез! Есть! Есть. Я здесь Димой говорил. Есть и пломбир, и что там, клубничное варенье. Что-то как-то что? Отделилось. Зато вы можете поделить это и спокойно съесть вместе. Да. Так. Ну, вкусно. Что там, пломбир или что вот это беленькое? Там пломбир и клубничное варенье. Вкусно. Как корейский пломбир-то или сливочное. Это, наверное, не пломбир, а что-то сливочное мороженое. Нет, это... Ну, я не знаю. Холодное, что-то сливочное. Что-то холодное. Мы вот так вот тестим мороженое. Это просто что-то холодное. Мы ставим десяточку. Десяточка, отлично. Следующая мороженка. Здесь нарисован йогурт. Йогурт айсбар. Это замороженный йогурт. И у них у всех название, смотрите, йогуртовый соджу. Там и то тоже были соджу. Это вот десерт замороженный. Что значит соджу? Не знаю. Опять Республика Корея. Корейская мороженка. Пробуйте, открывайте. Что это? Это с йогуртом. Вот кому я сейчас расписывала, да? С йогуртом открывай. А ты не любишь, что ли? Ну, я не знаю, я не пробовала раньше. Давай попробуешь как раз. Дима опять первый. Дима, ты первый. Ты всегда первый. На пробе. Давайте. Аромат, ну-ка, есть? Аромат йогурта. Да? Да. У них, видимо, очень сильные ароматизации. Не понравилось, это вкус конфет моих. Дай попробовать. Да, вкус конфет. Вот это что-то новенькое. Дай. Так. Сейчас Диана затестит. Дима еще хочет попробовать. Вот, смотри. Это вкус конфет. Вот здесь бамплисту. Это вкус конфет. Сейчас вот он принесет нам какие-то конфеточки. Это вкус, Дима говорит, конфет фрутелла. Что, действительно? А ты не любишь такие? Мне такие конфеты не нравятся. Ага. Особенно этот вкус. Ага, ничего себе, что-то у Димы тоже какое-то выражение не очень. Что, нравится, нет? Ну, давай по чесноку, честно. Ну, честно нам. Сядь нормально. Все, нет? Да, я люблю. Любишь? Нравится? Все, Дима теперь сидит у нас с йогуртовым мороженым. Осталось мне подобрать мороженое. Да, и мне тоже желательно. Ну, обо мне все время все забывают. Тебе мятное. Голос за кадром. Кадром. Не может остаться голодным. Ну, ребят, я правда попробовала. И Дима безошибочно установил, что правда вот этот странный вкус конфет фрутелла, такой сливочный, знаете, вот сливочный, очень похож на это мороженое. Ну, неплохо. Правда, йогуртовый вкус. Ну, вот мы тебе подыскали мороженое. Нет, это Дима ест. Я трогаю это. Все, он занят на ближайшие две мороженки. Да. Поэтому мы с тобой вдвоем остались. Профессионалы. Следующее мороженое от производителя, смотрите, Lotte. А где мы опять-таки видели Lotte? В Москве, это отель корейский в Москве. Мы его проходили, он тоже был в нашем влоге. Да. Если кто найдет, в каком он напишет, тоже мы поставим сердечко. Так, значит, это точно корейское мороженое, даже проверять не будем. Что вы думаете, что там? Мне кажется, там замороженный сок арбуза. Ну, типа лед, да, такой? Да. А ой, как уже нарисовано, как он выглядит. Да? Ты не видела? Где? Нет. Вот. Вы думаете, вот прям так? Да. Ну, тогда симпатично. Он предлагаю. Он испугался бы. Он в шоке, да, что где? Мы его купили. Да? Он в шоке, что мы его купили. Точно, Дима говорит. Так что? Такой, что? Что? Меня сейчас будут есть. Смотрите, тут типа эти штучки. Даже зёринки есть, Дим. Зёринки? Это моя очередь. А нет. Ну и ладно.
что? Это из вот этой вот кошечки арбуза сделано. А, нет. Дай попробуем. А внутри-то мороженое или что? Все зеленое там, или красное, или белое, или что я там? Я думаю, там внутри все зеленое. Ты думаешь, то есть в наших мороженых внутри беленькое, то есть вот... Оболочка зелененькая, а внутри типа вот как сливочное мороженое. Да, необычненько. Маленько. Необычненько, вкусненько. Есть спасибо. Вкус арбуза-то? Не зря он тут так девица-то. Дима сегодня какой-то шилопоп. Это правда, вот здесь вот арбуз, а это, наверное, кожа арбузов. А, то есть кто любит есть кожу арбузов? Кстати, из кожи арбузов, по-моему, варенье делают. Да? Кожа арбузов. Есть такое выражение? Наверняка. Как это называется? Оболочка. Оболочка. Адам-дамса мы. Давайте разрежем мне вот это вот от Дими зелененькое. Дима, ты согласен на такое предложение? Дима на все согласен. Он сегодня очень странно ведет блог. Мне кажется, он просто засыпает. У нас на улице дичайшая жара, там 40 с лишним градусов. Мы как в Дубае можем почувствовать, да, себя. Конечно. Ощутить. Дубай. Да. Дубай. Да. Мы как в отеле. Мы как в отеле сидим, да. Да, идем в своем номере. Да, не выходим никуда. Да. Вот эти шоколадные штучки, это арахис в шоколаде. Типа да. Косточки. Невкусно, кстати. Вкусно. Вкусно? А мне понравилось. Арахис в шоколаде. Кому не нравится-то? А? Да, пробуем. Это прекрасно. Да. Освежающий десерт. Да. Вот ты как елочка у меня. Подожди, Дима. Смотри, Диана. Давай я буду звездой на елке. Звезда на елке. Отодвинуться. Нет, поставь мне. Хорошо. Было хорошо, тут было как-то ровненько. Вот. Видишь, да, Дим? Да. Прикольно получилось? Да. Ну, дай. Все. Спасибо. Все. Пожалуйста. Да. Мы с Дианой переходим к следующему, да, лоту. Дима этот забрал. И the last one лот. Манго! Мелона! Мелона. Что означает мелона? Это... Манго, мангу и манго. То есть это ясно нам говорит о том, что это что-то с манго. Давай, открываем. Дима. Думаю, это тоже замороженный лед манго. Дима, что с тобой? Это по Дианиной части. Сейчас Дима спать пойдет. Да. Это что-то какое-то происходит у нас. Или, может, перегрелся от жары. Блядь, у нас везде кондиционеры работают в каждой комнате. Жалко, в туалете нет их. Да. Ой, какой квадратик. А квадратик. Нам-то покажи. И квадратик, квадратик. Это как кусок манго, я поняла. Это как будто бы они отрезали кусочек манго. Лучше бы реально так сделали. И, а может это оно? Может это помнишь, реально? Помнишь, в Вкусвилле мы покупали мороженое именно... Это замороженное манго было просто. Надо купить еще раз и сделать обзор мороженого из Вкусвилла. Да. Ну и что? Это вкусно. Это правда манговое мороженое с йогуртом в перемешку. Ну, то есть это не кусок манго. Mm-mm. Это мороженое. Это мороженое. Но вкусное. Надеюсь, что там есть кусочки манго. То есть мы делаем вывод-то какой, что нам понравились мороженое, те, которые классические. Стандартные. Стандартные, да. А вот эти вот кукурузные и... А, ну, рыбка была интересная, да? Да, ну, рыбка была. А рыбка это тоже стандарт. А кукурузная понравилась мне. Мята не очень. Мята не очень. Арбузик вкусный. Дима, убери ноги. У нас ноги. Такое тоже. Арбузики у нас такие продают. Ну да. В принципе, все, что мы попробовали, было вкусно и необычно. Некоторые нам понравились, некоторые были не очень. Ну, в общем, наш вердикт. А какой у нас вердикт? Вердикт. Если надоело наше мороженое классическое, можно пробуйте попробовать корейское. Да. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, как говорит Дима. Мы будем снимать еще больше обзоров разной корейской еды, разной простой еды. Вообще, будем много всего снимать. Будем просто очень много есть. На камеру. Ставьте лайки, если хотите, чтобы мы продолжали тоже снимать разные видео с едой. Всем пока-пока, до встречи в новом видео. А Дима пошел спать. Да, Дима? Да, однозначно. Нет. Да, пошел. И гладь. Пошел.